В бухте Новик новички и опытные фридайверы открыли 5-й сезон ныряния подо льдом. Всего в старте сезона приняли участие 9 человек. Сегодня открытие подледного фридайверского сезона. Есть ребята, которые пойдут под лед первый раз. Очень волнительно для них. Для них это праздник даже в каком-то роде. Под льдом очень красиво. Немного, скажем, для тех ребят, которые будут первый раз нырять, это страшновато. Будут нырять на адреналине, но потом успокоятся и поймут, что это прекрасно. Фридайверы проплыли дистанцию не в глубину, а в длину. Под водой находился трос, который отмечал расстояние. Для новичков 15 метров, для более опытных до 25 метров. По словам организатора, в этом году 2 и 3 марта планируют провести первые в России соревнования по подледному фридайвингу «Зима. День рекордов» на длину. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова. Новости на 8.